Итак, знакомьтесь, боец в синем углу. Fighting out of the blue corner. Ему 28 лет. Рост 177 сантиметров. Вес 77,5 килограмма. 28 years old. He stands 177 centimeters tall. Official weight 77.5 kilograms. Его профессиональный рекорд состоит из 26 боев, 20 побед, 6 поражений. His professional record consisting of 26 bouts, 20 victories against 6 defeats. Его стиль — бразильское джиу-джитсу. Representing Rio-de-Janeiro, Brazil, please welcome Igor Chatubinha Fernandes. Его соперник в красном углу. Бойцу 30 лет. Рост 180 сантиметров, вес 77,1 килограмма. Его профессиональный рекорд — 11 боев, 8 побед при 3 поражениях. Его стиль — ММА. Дамы и господа, из Махачкалы, Россия, приветствуйте Рустам Гаджиев! Рефери поединка Ашот Ашукян. Fighter Center. Listen to my comments, no fighting, stop comments. Okay? Put your hand. Good luck. Okay, I wish it. Ну что ж, бойцы представлены. Игорь Фернандес против Рустама Гаджиева. Первый раунд, полусредний вес, легко различать спортсменов. Игорь Фернандес. Перчатки с синим скотчем. Рустам Гаджиев — перчатки с красным скотчем. Как я уже сказал, большинство поединков Игорь Фернандес провел у себя на родине, в Бразилии. Участник известного промоушена Шуту. И, кстати говоря, второй турнир ACB в карьере Игоря Фернандеса. Выступали на одном карде Гаджиев и Фернандес на турнире ACB-43. И тогда победил треугольником Имрана Абаева Игорь Фернандес. Игорь пытается делать тейкдаун. И практически делает. Но мы видим, быстро встает и контрит уже. Хорошая Рустам защита. Гаджиев. У Игоря Фернандеса? У Рустама. Рустама. Хорошо перевел. Если заберет спину, то очень будет непросто Игорю. Вообще и сейчас уже в таком тяжелом положении находится. Очень опасное положение со спины. Да, мы как помним, что Федора Емельяненко тогда вырубили. Я вот не понимаю, когда встают вот так вот, отдают спину и пытаются встать. Очень опасно. Здесь можно пропустить бросок, например, да? Но вот сейчас... Ну, бросок не бросок, а вот могут нокаутировать. Потому что ты не видишь удары. Конечно. Очень опасно. И ты не можешь эффективно защищаться, кроме как только прикрывшись. Ну, ты сам знаешь, да, нокаутирующий удар — это тот, который ты не увидел. Совершенно верно. Недавно пересматривал бой Энтони Джошуа и Чарльза Марсона, и там одним... И тем же ударом отправлял Джошуа соперника на настил ринга, правый в разрез. И потом Мартин признался в интервью, что я этого удара не видел. Вчера день рождения было, кстати, если мы заговорили о тяжеловесах, вчера день рождения было у известного бойца UFC Марка Ханта из Австралии, 43 года, товарищу из... Хороший боец, мой любимый, очень нравится мне. И поговаривают о поединке Хант Дерек Льюис. Дерек Льюис — тот самый, который и разобрал Трэвиса Брауна. Ну и, кстати, бразильцы в UFC до сих пор грозная сила. Фабрисио Вердум до сих пор пользуется популярностью. И вот, по-моему, кто-то уже вызвал его на поединок недавно. Мы будем смотреть, будем наблюдать. Конечно, очень интересно. Вернемся к бою. Да, у нас пока... Работа, клинч в стойке, борьба за захват, за контроль. Ну, ты знаешь, Сергей, Игорь-то вывернулся очень неплохо и так сейчас жмет, поджимает. Физически тоже крепкий парень. Хорошо попадает сейчас Фернандес. Но у меня ощущение, что
по факту-то Игорь ни разу не полусредний вес. Скорее такой он ближе к средневесу по конституции. Может быть, не любит много гонять. Ну вот судя по, так сказать... Или чувствую себя в этом весе. Да. Хорошо. Попадает сдвоенный крюк. Неожиданно от Игоря Фернандеса. Немножко размашистый. Здесь удалось на ногах уйти Рустаму Гаджиеву. Рустам, а вот по Рустаму видно, что он такой сухой, высокий. Можно сказать, его вес, да. Он 1,80 м на 30 сантиметров ниже Фернандес. Но я думаю, в день поединка Игорь килограммов 85, наверное, весит, мне кажется. Да. Так, попытка послэмить. Будет, да, слэм со стороны Игоря Фернандеса. Не часто такое увидишь в российском ММА, а если брать, допустим, Бразилию и США, это обычный такой прием. Да, и... смотрится очень красиво. Я видел поединок. Есть такой американец, Джеральд Харрис, как раз мастер слэма. Он бился с оппонентом, который попытка был... Попытка гильотины. Да, попытка гильотины со стороны Игоря. Ну, больше здесь... В опасном положении. Удав. Да, 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 если сейчас заберет... Все! Ну, все, сдался. Игорь Фернандес. Я не успеваю сказать. Опасно, и сразу все, сдача. Второй раз уже. Игорь Фернандес побеждает в этом поединке. Ну, так... бразильцам нельзя так позволять спокойно забирать. Я задним числом скажу, что из 20 побед у Игоря 15 побед болячками или удушками, как ты выражаешься, да, приемами. Да, да, приемы. Две победы нокаутом и 3 победы по очкам. Ну, в общем, неожиданная такая, может быть, в какой-то степени победа. Хотя... Ну, я бы не сказал, что неожиданная. Неожиданная для Рустама. Конечно, для Рустама это да, нежданчик. Но я вам скажу, что Игорь не проигрывает уже с 2010 года. Вот так вот. То есть у него хороший такой победный цикл. Ну все, в общем-то, сделал по школе, да, грамотно? Конечно. Дамы и господа, время остановки боя 4 минуты и 46 секунд первого раунда. Ladies and gentlemen, we have a time. 4 minutes and 46 seconds of round number one. Удушающим приемом победу одержал. And your winner by submission, Игор Чатупинга Фернандес. Ну что ж, мы поздравляем Игоря Фернандеса с победой и в любом случае уважение его сопернику Рустаму Гаджиеву.